вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. Наверное, вы видели у меня такое видео, там, где у меня была неоновая обводка. И сегодня я вам расскажу и покажу, как сделать эту обводку. Ну что, погнали! А, кстати, посмотрите мой пример. Для этого видео нам понадобится приложение Лайк или ТикТок, где мы снимем наше видео, или обычная камера. Сейчас я вам покажу, как можно рисовать видео старые. Ну что, погнали! А перед тем, как мы начнем, поставь лайк этому видео, подпишитесь на меня в лайке и на меня в ТикТоке. А теперь... Погнали! Для начала зайдем в лайк и выберем музыку. Я выберу вот эту. Присоединиться. Поставим на 2x и снимем видео. И теперь сохраним наше видео как частное. Нажимаем продолжить, кто может видеть, личное, и сохранить и опубликовать. А для того, чтобы рисовать, я возьму стилус. Я взяла самый обычный, он подходит и для андроида, и для айфона. Заходим в видео Star. Нажимаем на плюсик, нажимаем редактировать видео, видео, и добавляем наше видео. Вот оно у нас, только в конце обрежем ненужную часть и нажимаем сотворить видео. Теперь нажимаем действие и мультислой. Нажимаем на единичку и добавляем наше видео. Нажимаем на двоечку и нажимаем рисовать. Нажимаем на кружочек в верхнем левом углу. И нажимаем на цветной квадратик. И выбираем нужный нам цвет. Я выбрала синий цвет. Найдем ту ладошку, которую мы еще не обрисовали. И обрисуем. Я нашла это место и начинаем обводить ладошку. Посмотрим, что у нас получается. Получилось очень круто. Теперь нашу ладошку нужно подготовить к анимации. Нажимаем на стрелочку назад, на единичку и очистить слой. У нас выскочило окошко и теперь нажимаем ОК. Сверху над единичкой у нас находится каталог цветов. Нажимаем на него и выбираем красный цвет. Теперь нажимаем создать. Нажимаем готово. Теперь нажимаем на крестик, на стрелочку и сохранить в альбом. А теперь приступим к анимации нашей руки. Заходим в KineMaster, нажимаем на плюсик и выбираем размер 16:9. Нажимаем мультмедиа и выбираем наше видео. Вот оно у нас. Теперь нам нужно добавить нашу руку. Но сначала зайдем в галерею и найдем видео с красным фоном. Найдем место, где у нас появляется синяя ладошка. И сделаем скриншот. Возвращаемся в KineMaster. Нажимаем слой. Фото и выбираем наш скриншот.
увеличим слой до нужного размера и продлим слой до конца видео. Теперь нам нужно это все сохранить. Нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу «Export Now Sense». Подождем, пока наше видео сохранится. Снова зайдем в KineMaster, «Мультмедиа» и добавим наше видео, которое мы снимали в лайке. Теперь нажимаем «Слой», «Мультмедиа» и добавляем наше видео, которое мы только что сохранили. Немного увеличим наш слой и нажмем «Обрезка». Выберем квадратную форму и выделим нашу ладошку. Теперь мы с этой ладошки уберем хромакей. Нажмем на цветовой ключ, выберем цвет и уберем хромакей. Подстроим ползунками так, чтобы нас все устраивало. Снова выделяем наш слой и нажимаем на ключик. Перенесем ладошку куда-то вверх на видео. Установим курсор на начало слоя и нажмем плюсик. Теперь немного сдвигаем курсор. И сдвигаем ладошку в другую сторону, переворачивая. И так делаем до тех пор, пока наш слой не закончится. В конце наша ладошка должна совпадать с нашей рукой. И ставим минус. Давайте посмотрим, что же у нас получилось. Получилось очень круто. Мне очень нравится. А теперь я хочу добавить облако дыма. Нажимаем слой, мультмедиа и добавляем наш этаж облака дыма. Перевернем его, увеличим до нужного размера и уберем хромакей. Нажимаем на цветовой ключ, выберем черный цвет и включить. Ползунками подстроим так, чтобы нас все устраивало. Посмотрим, что у нас получается. Получается очень круто, мне очень нравится. Уберем ненужную часть в слое и можно будет сохранять. Мне не очень нравится, как выглядит дым, поэтому я нажму обрезка и подстрою так, как мне будет нравиться. Все, теперь дым меня устраивает и можно сохранить. Нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу «Экспорт», «Пропустить» и подождем, пока наше видео экспортируется. Вау, у тебя нереально круто получилось! Продолжай в том же духе! От меня огромный лайк! И смотрим видео второго лайкера! Вау, у тебя очень круто получилось. Продолжай в том же духе. От меня лайкосик. На этом все. Я думаю, видео вам очень понравилось. И оно было вам очень полезным. И вы снимите подобное видео. А когда снимите, пишите хэштег «Снежана Снежок» и хэштег «Хочу видео Снежаны». Я вас найду и лайкну. Всех люблю. Пока-пока.